Дмитрий Медведев сегодня прибыл с официальным визитом в Китай, где состоится Совет глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества. Основные заседания пройдут завтра, но большинство гостей уже на месте. Программа у премьер-министра будет насыщенной, она рассчитана на 4 дня. В Китае, который является одним из главных стратегических партнеров России, Дмитрий Медведев проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином.